Борьба с коррупцией – это требование народа. Сейчас борьба с коррупцией ведется, несмотря на то, кто ею занимается и какую должность занимает. Об этом на пресс-конференции заявил президент Садыр Джапаров. По его словам, расследование проходило по 854 уголовным делам. Сумма возвращенных от борьбы с коррупцией средств составила 7 миллиардов 464 миллиона сомов. В целях борьбы с коррупцией и поддержки бизнеса сформирован антикоррупционный деловой совет, сказал он. Коррупцияға қаршы күрешуінің алқағында сотқа чейінгі өндіріште бардығы болып 854 іш бойынша. В рамках борьбы против коррупции велось расследование в целом по 854 делам в порядке досудебного производства. Сумма возмещения нанесенного ущерба составила 7 миллиардов 446 миллионов сомов. В целях совершенствования государственной политики в сфере борьбы против коррупции, а также создания благоприятных условий для развития бизнеса образован антикоррупционный деловой совет при президенте. В ближайшее время состоится первое заседание совета.